В Видновском детском саду «Ромашка» веселье в полном разгаре. Все главные персонажи новогоднего представления налицо: Баба-Яга, Дед Мороз и другие сказочные герои. Но естественно, что все главные роли исполняют именно дети. Но не только Дед Мороз принес сегодня детям подарки. Региональный благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» уже на протяжении 25 лет помогает малышам, имеющим проблемы со зрением. И здесь, в детском саду «Ромашка», они не впервые. Несколько лет уже идет сотрудничество с данным детским садом. Просто в этом году поменялся спонсор, и помогли «Газпром Газораспределение Москва». Подарили детям 14 комплектов специальных тактильных книг. В саду есть специальная программа по работе с плохо видящими детьми. Эти книги созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения и станут хорошим подспорьем педагогам. Спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшее тесное сотрудничество. Некоторое время в учреждении проводилась реконструкция. Увы, это не лучшим образом повлияло на контакты детского сада со спонсорами и попечителями. До реконструкции, до 2015 года, у нас каждый год оказывали разные организации такую помощь. После реконструкции, после 2017 года, это наша первая, нам оказали первый раз такую помощь. Поэтому мы очень благодарны за эти книги. Стоит думать, что это не последний визит спонсоров и представителей благотворительного фонда в детское дошкольное учреждение. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.